Всем привет! Канадская фигуристка Кэтлин Осман сообщила, что не выступит в серии Гран-при в новом сезоне. Последний сезон я была сосредоточена на Олимпийских играх 2018, и я усердно работала, чтобы достичь поставленных целей. Сезон 2017-2018 превзошел все мои ожидания, и сейчас мне необходимо время, чтобы обдумать следующие шаги в моей карьере. Хотя я все еще люблю выступать и соревноваться. В это время я изучу другие интересные возможности. Желаю всем фигуристам, которые выступят в серии Гран-при, удачи, сказал Осман. В сезоне 2017-2018 канадка стала бронзовым призером Хечхана в 2018 в одиночном катании. На ее счету также золото в командном турнире. Осман победила на чемпионате мира в Милане. В серии Гран-при она одержала одну победу, еще один раз была третьей. В финале серия также заняла третье место. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вам всем желаю всего доброго и до свидания.